Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на канал Rescued Animals. Несколько месяцев назад в Нью-Джерси произошла необычная история, которая вмиг разлетелась по интернету, не оставив равнодушным никого. Ее поведала девушка-студентка по имени Ева. Это событие заставило ее полностью пересмотреть свои взгляды на жизнь. Эта история так тронула нас, что мы хотим поделиться ею с вами на Лейне.ком. Как рассказала Ева, в тот день они с подружками решили прогуляться по торговому центру. Девочки ходили по магазинам, фотографировались, строили планы на выходные. Затем подружки решили пойти в пиццерию перекусить. На своем пути они увидели игровой автомат с игрушками. Забросив пару монет и сыграв несколько раз, студенткам даже удалось выиграть. Это была мягкая игрушка. Как раз мимо проходил маленький мальчик с отцом, и Ева, не задумываясь, вручила игрушку ребенку, на что он ответил «спасибо». И вроде бы обычный ответ вежливого мальчика, но отец, не сдерживая эмоций, начал плакать, а когда он рассказал им свою историю, уже плакали и подруги. Дело в том, что у мальчика с самого раннего детства отставание в развитии, а год назад он совсем перестал разговаривать из-за сильного испуга. Родители делали все, ездили по всевозможным клиникам, занимались со специалистами, ходили в специальные школы, но результата не было. После этого случая мальчик пошел на поправку, он потихоньку начал разговаривать с родителями. А Ева уже не могла быть прежней. И кто бы мог подумать, что такой простой бескорыстный поступок приведет к столь удивительному результату. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.